сыграли в ничью. Если что-то так разбираюсь конкретно, наверное, двум командам не получилось продемонстрировать тот футбол, в который они умеют играть. Как бы, считаю, что Торпедо Жодзин тоже любит играть позиционный футбол. Немножко, наверное, поле не позволило увидеть как бы те задумки, которые мы хотели осуществить. Ну, так, что говорить, 2-2 больше, как бы больше нечего сказать. Будут ли вопросы? Да, в Беларуси вы использовали всего одну замену. Почему? Ну, как так складывалась, наверное, игра, что одну замену использовал. Тяжело было кого-то, наверное, в такую игру ждали до последнего, хотя моменты думали, что забьем. Может, надо было еще кого-то выпустить, но к этому пока пришли, такое решение было. После победы над Шахтером вы возглавили таблицу, но потом две ничьи. Можно ли сказать, что какой-то груз ответственности на вас давит? Ну, это, конечно, это не снимается. Вы сами прекрасно понимаете, что задача стоит. Я думаю, у ребят есть, хотя мы постараемся как бы в этом направлении работать, говорить, что надо показывать свою игру и спокойно относиться к моментам, чтобы на вас не давлело это. Все равно, может быть, для кого-то есть, для кого-то нет. Тяжело сказать.